абсолютно любой треугольник, поставьте совсем любую точку О. Не внутри, а где-нибудь, вообще не важно где. Проведите медиану, какую хотите, одну медиану. Разбейте ее в отношении 2 к 1 от вершины, ну как положено. Да. Обозначьте эту точку там Z, не знаю, как хотите. И вот, и будьте добры, через векторы ОА, ОБ и ОС выразите вектор ОЗ. Просто я боюсь, что некоторые не понимают это, и поэтому, конечно, они не поймут и стереометрический вариант. Что такое ОЗ? Это ОБ плюс БЗ. Вот, а БЗ это 2/3. Пишите, равно ОБ плюс 2/3 чего? БМ, да. БМ равно. Так, теперь, что такое БМ? БС плюс половинка от СА. ОБ плюс 2/3. Вот С плюс 1/2 СА. Ну, М это же была середина. Да, можно. Не надо. Плюс 1/2 от СА. Да. Равно. Ну и дальше, будьте добры, СА выразите через ОА и ОС. Пишите. Не шучу, да. Ну как есть, так и пишите. Ну теперь соображаем. Раскрытие с помощью. Стоп, вы еще и получили неправильный ответ, да? Да. Какая прелесть. Потому что БМ неправильно написали. Когда вы писали БМ, вы почему-то начали его отсчитывать от точки О. Надо еще внутри скобки было написать вектор БО. Прямо туда впишите. Плюс БО, да, вот сюда, БО. БО, да, и здесь то же самое. Прямо вот. А теперь соображаем. Скобки надо полностью раскрывать и получить. О, это минус ОБ, да. А значит, у нас 2/3 получается минус 2/3, хотим минус 2/3, 1/3. Да. Итак, 1/3 ОБ, потому что БО это минус ОБ. Так, теперь считаем ОС, сколько штук. Да. Правильно. Получится 1/3 ОС. Так, все понимают? Да. И 1/3 ОА, да. Ну, не могло не получиться симметрично, потому что точки входили А, Б и С в условии симметрично. Значит, кстати, ребят, это одно из доказательств того, что медианы пересекаются в одной точке. Поскольку ответ получился симметричным, значит, вот эта точка Z получилась бы, если бы мы провели другую медиану, та же самая точка получилась бы. Да, хорошо. А теперь...